противоречивый такой матч получился, да, забитый гол красивый, удаление. Какие чувства сейчас испытываете? Ну, чувство хорошее, то, что выиграли, но то, что удалили, конечно, чуть в конце подвел команду. Я не хотел это делать, но судья показал вторую желтую карточку. Сложный матч получился, в общем-то, с Локомотивом Казанка. Первый матч был в Москве тоже сложный. В чем-то секрет? Нет, просто ребята обученные, хорошие, быстрые. Команда у них хорошая, вот и с ними тяжело играть, но интересно причем. Что... Красивые голы только забиваете. Это совпадение или? Нет, это просто так получилось. Момент появился, использовал. Спасибо большое. Спасибо вам.